Сегодня в программе. Я хотела, чтобы у нас наконец с ним это случилось. Потому что, ну, у всех девушек было, а у меня нет. И о беременности я даже как-то не задумывалась. Мне плевать было. Светлана Коновалова уверена, что отцом ее сына Семена является Юрий Кошечкин, с которым, по утверждению Светланы, у нее была связь 7 лет назад. Кошечкин с иском Светланы не согласен и утверждает, что у него никогда не было отношений с Коноваловой. Кто отец ребенка, узнаем в зале суда. Она пыталась устроить пожар и убить своего сожителя. Ну, сожителю как-то сжечь, там... Сжечь, что ли, его? Да? Да. Сожитель как-то ускользнул, и при пожаре погибла их совместная дочь. У Владимира Щербакова счастливая семья, жена и дочь. А с первой женой Ульяной он развелся 10 лет назад и исправно платил алименты на сына. Однако, когда Ульяну осудили на серьезный срок и лишили родительских прав, Владимир забрал к себе сына Женю и вот уже 2 года воспитывает мальчика. Сейчас Жене 14 лет, а Владимир решил оспорить свое отцовство. Слушается гражданское дело по иску Коноваловой Светланы Анатольевны Кошечкину Юрию Алексеевичу об установлении его отцовства в отношении Кошечкина Семена, которому сейчас 7 лет, и взыскание соответствующих алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 его доходов ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Ответчик против иска возражает. Светлана, вы в браке с ответчиком не состоите, тем не менее просите суд установить его отцовство. Свидетельство о рождении. Графе отец, прочерк. На каком основании вы считаете ответчика биологическим отцом вашего сына? Ваша честь, Юра – отец моего ребенка. Я забеременела в 11 классе, а родила, когда мне было 17 лет. Поэтому я и молчала, ничего не говорила. Вот только вот бабушка моя постоянно меня спрашивала, кто это со мной сделал, одноклассник? А я говорила, что нет. А она мне говорит, кто? Или он пойдет в тюрьму, или женится на тебе. Поэтому я молчала. Я молчала, чтобы на Юру никто плохо не смотрел и не думал. Просто я, понимаете... знала, что он меня не любит. Поэтому и ничего говорить и не стала. То есть у вас постоянных отношений с ответчиком не было, да? Нет. Это у нас с ним только один раз случилось. И Юра совсем не виноват, что я залетела. Это я во всем виновата. Я была маленькая и глупенькая. И когда у нас с ним это все случилось, у нас не оказалось, ну, презервативов. И я ему соврала, что пью таблетки. Ну, не понимала тогда совсем ничего. Просто я испугалась, что он со мной не станет. Я хотела, чтобы у нас наконец с ним это случилось. Потому что, ну, у всех девушек было, а у меня нет. И о беременности я даже как-то не задумывалась. Мне плевать было. Вот когда залетела, конечно, да, я испугалась. И долго ничего не делала, просто плакала. Вот. А потом уже, когда ничего нельзя было сделать, я, конечно же, рассказала бабушке. Уже, видимо, на более позднем сроке, да? Да. Уже было 7 месяцев, как я беременная была. Бабушка, конечно, разозлилась очень, но уже ничего нельзя было сделать. А почему вы только сейчас устанавливаете отцовство Юрия? Ну, ваша честь, понимаете, Юра с Семой очень много общался, несмотря на то, что он даже в свидетельстве не записан. И вот я подумала, что, может быть, лучше будет, что через суд решить, потому что он сейчас перестал с ним общаться, у него девушка появилась. А Сема очень страдает и грустит. Ну, не должен же ребенок страдать. Ваша честь, это все неправда. У меня вообще с ней ничего не могло быть и не быть не может. Я ее даже знать не знал. Бабку ее знал. Мы жили в одном доме. Я ее даже не замечал. Придумала она все. То есть получается так, что вы ее даже не знали, ничего у вас с ней не было, да? Конечно. Иначе быть ничего не может. Я ее даже не знал. Я с ней познакомился вообще уже когда она спускалась по лестнице возле дома. Я ей помогал коляску спустить. Лестница у нас там крутая. Тогда-то мы с ней уже познакомились. А до этого я ее и знать не знал. Так. Интересно, как ребенок воспринимает ваше общение. Давайте послушаем его интервью с психологом. Сем, скажи, у тебя есть папа? Да, он живет в соседней квартире. Он настоящий спортсмен. Он очень сильный. Мы с ним играли в футбол, в приставку и ходили гулять. А теперь не играем. А почему теперь не играете? Мама говорит, что у него появилась новая девушка.
И мама называет ее плохим словом. И ну, теперь он только с ней играет и ей дарит подарки. А раньше он тебе дарил подарки? Да, он мне даже велосипед подарил и научил кататься. Я хочу, чтобы папа, я очень хочу, чтобы он вернулся. Угу. Что? Почему меня вообще папой называют? Ваша честь. Я ему вообще никакой не папа. Просто с чужими детьми время свободное не проводят, подарки не дарят, внимания никакого не оказывают. Да я просто человек такой, вот и помогал этой семье. Угу. И подарки дарил. Такая ситуация сложилась. А друг своему дитю купил велосипед. Ну и говорит, как бы, давай я тебе отдам. Я говорю, конечно, у меня соседка одиночка. Я ей забрал. То есть вы просто из сострадания, что ли? Из человеколюбия подарки делали? Ну, конечно. А как еще? Ей тяжело одной было расти. А гуляли, в футбол играли? Ну, я вообще в футбол люблю играть. И после работы что, поиграть, что ли, не с кем? Ну, как, во дворе играю. И... Ну, и Семку как бы с собой звал. Хотел помочь ребенку. У него ваша честь. Поймите, ребенок растет один, без отца. А я хотел быть примером для него, вот и все. Только из того. Я же не скотина неравнодушная. Угу. Светлана, ну что, Юрий правду говорит? Юр, ну что вот ты тоже начинаешь? Ваша честь, он сейчас перестал, потому что у него девушка появилась. А эта девушка, на минуточку, это моя бывшая одноклассница Настя Оплеухина. Угу. Да, ваша честь. Давайте Настю Оплеухину пригласим, это моя девушка, мы с ней встречаемся. И она подтвердит, что у вас никакого сына быть не может, правильно? Да у нас никак не может быть никакого сына. Оплеухину Анастасию, пожалуйста, пригласите. Ты вот посмотри даже вот на сыночка, как он на тебя похож. Да твой сын не похож он на меня. С чем вообще тогда это все было? Анастасия, вы можете подтвердить суду, что Светлана родила не от вашего молодого человека, не от Юрия, своего сына Семена? Ваша честь, начну с того, что я Свету знаю еще со школы, и все мы прекрасно знаем, что у нее немножко с головой не в порядке. А у них ничего не было с Юрой, во-первых, потому что Юра был всегда завидным женихом, и все наши девчонки на него глаз всегда клали. Ну и не думаю, он никогда не встречался ни с одной из них, потому что говорил, что с молоденькими девочками встречаться себе дороже выйдет в итоге. Ну вот, видимо, был прав. Ну и не думаю, что ради замухрышки Светки Коноваловой он решил сделать исключение. Что ты вообще говоришь? Откуда ты знаешь про наши отношения вообще? Да ты совсем чокнулась. Какие могут быть с тобой отношения? Я сейчас все расскажу, подожди. Расскажи, пожалуйста. Это было на мой день рождения. Я сидела дома одна и плакала, потому что у меня, ну, совсем никого не было, и даже друзей. А тут Юрка заходит. Его мать нам тогда яблоко давала с дачи, 2 мешка. И вот он заходит и видит меня зареванную. И говорит, что случилось. А я ей давай пуще прежнего реветь. Говорю, что вот я толстая и жирная, и никто меня никогда не полюбит. А он весь насторожился такой и говорит, подожди. И ушел. А я ждала полчаса, думала, что ну все, кинул меня. А он приходит и пойдем ко мне, говорит. Угу. То есть, получается, он воспользовался, как я вас понимаю, вашим одиночеством, чтобы склонить вас к интимной близости. Нет, нет, что вы, ваша честь, он не воспользовался. То есть, ну, это все было у нас красиво. Там шампусик был, фруктики, свечи. И он мне еще даже мишку подарил плюшевого. Я до сих пор его храню. Да и ты вот... в своем уме? Какой я тебе вообще ничего подожди, не дарил? Ты что Юр, себе выдумала? Подожди, Юр, подожди. И вот мы, значит, с ним там танцевали под музыку. И вот у нас с ним потом после всего этого и секс случился. А потом 7 мая родился Сёма. Угу. Ничего у них не было, ваша честь. 16 числа был день рождения у Светланы. И я-то уже знаю Свет, ну что мы сейчас начнем врать суду? И, значит, Света была с другим молодым человеком, с нашим местным гопником Федей Кабаевым. Он у нас учился до 9 класса, а потом перевелся в шарагу местную. Ну и ходился к нашим девчонкам местным, клеился. Он, конечно, парень симпатичный, но алкаш был на то время уже страшный. У него отец в тюрьме сидел, а мать целыми днями работала. Вот он рос сам по себе. Вот угу. С ним-то и была Светлана. Откуда вы знаете, что у них были интимные отношения? Начну с того, что началось все в школе. Ее начали очень сильно гнобить. И цеплялись по любому поводу. Вот одним из таких поводов
стало то, что Светлана на тот момент была девственницей. И вот они зацепились и начали ее отравить. А Света, видимо, очень сильно переживала по этому поводу и вот решила исправить, видимо, во что бы то ни стало, эту ситуацию. Ну и решила пойти к Федьке Баеву. Я встретила их около калитки, точнее, я встретила одну Светлану около калитки Баева. Мы с ним живем на одной улице, я возвращалась как раз домой и смотрю, Светка стоит с бутылкой водки, бледная, лица на ней нет. Видимо, стоит духом, собирается. Я подхожу, спрашиваю, говорю, ты что, больная, что ли, с этим придурком собралась переспать? Но она говорит, ну а кто со мной еще согласится? Только он, и то, если выпьет. Ну, я говорю, ты вообще больная, тебя потом еще больше травить будут. Она говорит, ой, да тебе легко, говорит, ты красивая, у тебя с парнями и так всегда проблем не было. Ну и пошла, я ее останавливать не стала. Угу. Откуда ты вообще это взяла? И что, что ты меня видела? Это ничего не значит. Да, почему я вы решили, что не хотим? Отношения-то были. Ну, потому что, Свет, я к тебе на следующий день подошла и спросила, ну как, было ли что? Ты говоришь, да. Сидит мрачнее тучи. Ну неужели, если бы... Так, может быть, она это соврала? Ну, нет? Неужели, если бы у нее... Что вы ее больше не дразнили была... за то, что она девственница? Ну, я очень сильно сомневаюсь, потому что она сидела с таким лицом. Если бы она провела ночь с Юрием как при свечах, как она описывала, то не думаю, что она бы в таком состоянии сидела. А мы с Юрой уже полгода вместе и любим друг друга. И я, конечно, Свету мне жалко, что ее травят и так далее, но псевдобывших с псевдодетьми я терпеть не собираюсь. Ваша честь, я ничего с этим Баевым не стала делать, потому что Баев этот алкаш и свинья, и живет в таком же свинарнике. Ну вот поэтому ты решила ребенка своего на Юру повесить. Ну кем бы он ни был, он себя считает действительно биологическим отцом Семена и заявил свои исковые требования. Два иска были объединены в одно исковое производство. Баева Федора, пожалуйста, пригласите. Я даже зачем сейчас поднимать эту кашу спустя столько времени? Нужно было раньше думать. Здравствуйте, Федор, проходите, пожалуйста, вот сюда. Женишок. Ну вот они и начали. Присаживайтесь. Федор, скажите, пожалуйста, суду, почему вы считаете, что Семен ваш родной сын? И почему вы тогда не записались отцом? Ну, я считаю его своим сыном, потому что у нас со Светланой 7 лет назад была половая связь. Ну вот. Хоть это было и давно, я очень хорошо помню этот день. Она пришла ко мне сама, никто ее силком не тащил, и стала просить меня, чтоб я лишил ее женской чести. Я вообще против подобных необдуманных шагов, но она меня очень просила, а Господь, он учит милосердию. Ну, я накатил, конечно, немного, ну и определил ее смачно. Ну, а... Через 9 месяцев произошло чудо деторождения вот этого мальчика. Да что ты вообще можешь помнить? Ты же алкаш синюшный, фу! Ты даже с 12 лет начал бухать, когда в школе все бухали. Извините, пожалуйста. Круто, тебя никто крутым не считал. Да я и сам себя крутым не считаю. Ага. А скажите, пожалуйста, вот вы, получается, с самого начала знали, что Семен ваш сын. Что же вы раньше отцовство свое не устанавливали? А что я, видно, я человек пропащий. Что я ему там дать мог? Это просто, что сейчас матери моей струя какая-то под хвост попала. Она меня из дома выгнала, сказала, пока внука не приведешь и отцовство не установишь, не приходи. Еще дружков урок своих попросил, они мне все ребра пересчитали. Сказали, не возвращайся, к дому близко не подходи. А, то есть мама вас заставила в суд обратиться, правильно? Ну, конечно. То есть вы хотите установить свое отцовство для того, чтобы вас мама домой пустила? А что, тут я знаю, про меня много гадостей сказали, я все понимаю, но все знают мою жизнь. Я рос без отца, он, говорят, на зоне помер, я даже не знаю, я его не видел никогда. Мать тоже, мать, вот то так одно название. Когда я мелкий был, она работала, все забогатеть хотела днями. А я, меня отдала на воспитание своим дружкам уркам. Там воспитание простое, до краев налили, вот то и все. Конечно, я что я живу, я шабашками переживаю, перебиваюсь им туда-сюда. У меня ни здоровья, ничего, я завтра-сегодня помру. Хоть в тепле хочу помереть, хоть в своем дому. Ладно, что, Господи, языками чесать.
Позовите мою маманю, она все подробно объяснит. У нее и спросите, что она допялась к этому пацаню. Баева Оксана Леонидовна, да? Пригласите ее, пожалуйста. Вот узнаете, что я была права. Угу. Здравствуйте, Оксана Леонидовна. Оксана Леонидовна, вы уверены, что Семен ваш внук? Да, ваша честь. Потому что я сама помню, как Светка приходила к моему сыну. Я тогда со смены вернулась и застала их вместе у Федьки в постели. Сразу ничего не сказала. Он уже здоровый лоб был. Мог бы меня с одного удара в нокаут отправить. Ох, я прям тебя днями бил там. Поэтому я потом к нему зашла и говорю: ты смотри, чтобы мне потом твои девки в подоление принесли. Еще не хватало. А он: отстань, говорит. Ну и что думаете? Через 2 месяца она, Светка, ко мне пришла. Она пришла зачем? О беременности своей вам сообщить? Да, говорит, помогите, не знаешь, что делать. Бабка, говорит, убьет, если узнает. А сын ваш, говорит, не хочет со мной жить. Я бы, говорит, к вам переехала. Ну, а я сама, ваша честь, тогда не согласна была. Еще 2 тащить. Я и сына тащила. А тут еще девчонка с детем. Ох, надорвалась, тащила. А теперь вот жалею. Внук мой рядом со мной ходит. А я с ним даже нянчиться не могу. Светлана, скажите, пожалуйста, вы действительно приходили к маме Федора, говорили, что беременна от ее сына? Я ей соврала, потому что, ну, у меня никого не было, поэтому я ей так и сказала. А она меня проституткой назвала, еще и кочергой хотела избить. Мама, сказала, что сейчас ребенка из меня вышибет. А я так бежала, так боялась, что она вдруг меня догонит, и я потом всю ночь плакала. А вот теперь что? Пришли неожиданно отцовство устанавливать? Да фиг вам! Да ладно тебе, хватит уже, ну одна же кровь. Переезжай к нам, у нас дом большой. Куда? В коровник? Завалены, но ты порядок в нам наведешь, хозяйкой будешь. А то я, видишь, уже какая плохая стала. Осознала я все, что жила неправильно. Ох, осознала она. А может, и сын мой тоже пить перестанет, да, если рядом девушка поздно хорошая пить боржоми, будет. Когда почки и ребеночек. Ага, хорошая девушка вам вдруг нужна стала. Что-то 7 лет назад вы ко всему прочему сказали, что я жирная и страшная, и что ваш сынок достоин большего. А теперь вот просите меня, чтобы я вашего сына со дна тянула, чтобы дом ваш отдравила, да еще и служанки меня запишите. Нет уж, теперь мы с Семой достойны большего. Ой, достойная она, гляньте на нее, замухрышка какая. Да скажи спасибо, что мой Федя с тобой вообще спать согласился. Тебе я уже из-за мухрышкой стала? Вы ничего не попутали? Светлана, была у вас интимная связь с Федором? Да, была. Но это ничего не значит. Я знаю, что мой отец, моего сына отец, это Юра. Сейчас мы это точно выясним. Принесите, пожалуйста, конверт с результатами генетических экспертиз. Сейчас вот принесут, и мы все узнаем. Вы узнаете, что я говорю правду. Конечно, легко говорить, когда ничего не знаешь. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Кошечкина Юрия Алексеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического отца был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Кошечкина Юрия Алексеевича и Коновалова Семена Анатольевича. По результатам следующей экспертизы Кошечкин Юрий Алексеевич является биологическим отцом Коновалова Семена Анатольевича. Вот гадюка-то какая, посмотрите на нее. Я же говорила. Как можно не понять, когда ты ребенка человеку сделал? Да я не могу быть и вообще никак вообще отцом. Как можешь? Ну вот так не могу быть. Юр, ты что, вообще ничего не помнишь? А что я помнить должен? Что здесь вообще происходит? Ваша честь, да, что я, конечно, немного приукрасила. Ясно, не было там ты? Шампусика и фруктиков. А, не было ничего. Так и танцев было не было. А что тогда? Сейчас я вам расскажу, как все было. Пожалуйста. В общем, я когда вернулась от Баева, все в слезах,
Я потом долго в душе мылась, хотела весь этот, знаете, позор себя смыть. Ну, хочу Но этого было мало. Я еще косы свои дурацкие подстригла под каре. И вот потом вышла на улицу, хотела покурить. Но, хотя, честно, я до этого никогда не курила. И вот иду я по дорожке, и вижу, Юрочка идет, весь такой красивенький. Конечно, он был бухой конкретно, качала его. И вот он мне дал сигарету, и давай ко мне там приставать всяко. А я, знаете, как будто бы, ну, сама не своя стала. Тоже давай с ним флиртовать, заигрывать. И вот спустя 15 минут у нас уже был страстный секс в кустах. Ну, жесть. Ненормально. А потом Юра ушел. И я потом долго боялась ему в глаза посмотреть, долго боялась с ним в подъезде встретиться. А поговорить с ним потом не пытались? Нет, что вы, я даже и не думала о таком позоре, чтобы ситуацией воспользоваться, или бабке все рассказать, как было, или же пойти к Юрке, ныть и говорить, чтобы он меня замуж взял. И вот я, когда в подъезд заходила, я на глаза капюшон натягивала, чтобы с ним не встретиться. Но все-таки этот день настал. Это я уже, получается, где-то на 7-м месяце была. И вот я его увидела и поняла, что он вообще ничего не помнит. То-то и есть, что ничего не помню. Тогда я и решила, что я воспитаю ребенка одна, без Юрки и вот без алкаша Баева. Так что ж ты не воспитываешь дальше-то? Да что ты? Я воспитала бы, если бы ты сам не начал к нам приставать. Весь такой добренький, воспитанный, внимательный. Да я по-человечески вам помочь хотел, вот и все. А ты знаешь, что твой сын — это Сёма. Так откуда я знать это могу, если ты сейчас сама сказала, что... Ничего не было, я это вообще не помню. Юра, ну она, можно сказать, воспользовалась мной, и все. Юрочка. Суд удаляется для внесения решения. Какой домой? Прошу всех встать. В своем уме. Я же тебя так люблю на самом деле. Далее в программе. Она пыталась устроить пожар и убить своего сожителя. Ну, сожителю как-то сжечь, там... Сжечь, что ли, его? Да. Сожитель как-то ускользнул, и при пожаре погибла их совместная дочь. У Владимира Щербакова счастливая семья, жена и дочь. А с первой женой Ульяной он развелся 10 лет назад и исправно платил алименты на сына. Однако, когда Ульяну осудили на серьезный срок и лишили родительских прав, Владимир забрал к себе сына Женю и вот уже 2 года воспитывает мальчика. Сейчас Жене 14 лет, а Владимир решил оспорить свое отцовство. Оглашается решение суда. Иск Коноваловой Светланы Анатольевны об установлении отцовства ответчика и взыскании с него алиментов удовлетворить. Установить отцовство Кошечкина Юрия в отношении малолетнего сына истца. И указать в актовой записи рождения ребенка в графе «Отец» ответчика Кошечкина Юрия. Также взыскать с него алименты в настижении совершеннолетнего ребенка в размере 1/4 заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка. В иске Баева Федора Сергеевича об установлении его отцовства отказать. Суд устанавливает отцовство ответчика, потому что утверждение истца, что ответчик является биологическим отцом ее сына Семена, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Признав ответчика отцом ребенка, суд взыскивает с него алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 его заработка до совершеннолетия ребенка. Суд отказывает Баеву Федору Сергеевичу в его требовании об установлении отцовства, потому что утверждение Баева Федора, что он является биологическим отцом Семена, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закончено. Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Щербакова Владимира Яковлевича к органам опеки и попечительства об оспаривании своего отцовства в отношении Щербакова Евгения, которому сейчас 14 лет.
Мама мальчика Мясникова Ульяна Юрьевна отбывает наказание за совершенное преступление, лишена родительских прав, поэтому ответчиком по делу выступает представитель органов опеки и попечительства. Ответчик против иска возражает. Правильно я понимаю? Да, теоретически. Смотрим свидетельство о рождении ребенка. Графья отец Щербаков Владимир Яковлевич. Угу. Пожалуйста, истец, вам слово. Ваша честь. Ульяна Мясникова это моя первая жена. С ней мы прожили 8 лет. Ребенок был рожден в браке. Я никогда не сомневался, что это может быть не мой ребенок. Но в 2009 году, когда Жене было 4 года, мы с ней развелись. И я женился второй раз, у меня родилась дочь Кира. Вот. Но на Женю я всегда выплачивал алименты, никогда себе в этом не отказывал и никогда даже не задумывался об этом. Вот. Угу. У меня жена Яна, дочь Кира. Вот. И жена Яна с первых дней появления ребенка у нас дома начала подозревать, что это не мой ребенок, потому что он на меня не похож. Вот. Поначалу я не обращал на это внимания, но спустя какое-то время я действительно начал замечать, что у нас нет с Женей никакого сходства. И я считаю, что Ульяна, она нагуляла этого ребенка, что она меня обманывала, что я выплачивал алименты чужому ребенку, ваша честь. И я хотел бы оспорить отцовство. Ребенок с вами или он на попечении органов опеки и попечительства? Ребенок со мной живет. Вот. Угу. И два... Как вам... Угу. Он до 12 лет, я так понимаю, жил с матерью. Как вам его передали? При каких обстоятельствах? Ответчик. 2 года назад мне позвонили с органов опеки и сказали, что Ульяна находится в СИЗО. Да? Она пыталась устроить пожар и убить своего сожителя. Ну, сожителю как-то сжечь, там... что ли, его? Да? Да. Сожитель как-то ускользнул, и при пожаре погибла их совместная дочь. Вот. Женя, старший сын, в это время гулял, и поэтому он остался жив. И органы опеки, как отцу, предложила мне забрать ребенка. Вот. С тех пор он у меня и проживает. Поджог, повлекший по неосторожности смерть ребенка, правильно? Да, ваша честь. И ее лишили родительских прав, лишили верно? Ее лишили родительских прав, и тогда опека предложила как отцу забрать мне ребенка, и с тех пор живет он у меня. Но это не мой ребенок, ваша честь. Угу. Хорошо, вообще как опека относится к тому, что истец оспаривает отцовство? Оспаривание отцовства, потому что никаких оснований для этого нет вообще. Ну как, 14 лет мальчишки, он сейчас вспомнил, да, это не его ребенок. Ну как же такое бывает? Вот всегда... он сюда пришел исключительно под давлением своей жены. Вы мы просто проводили, хотите мы общались, ребенка, и с ним общались, и дома у них были, и с женой его общались. Там она просто ненавидит этого мальчишку. Он ей мешает, она хочет от него избавиться всеми силами. У нее маленький ребенок, вам ну не так маленький, проще. Но вы хотите девчонка, его мне сплавить. Она ее любит, это ее семья, ее дочь, а это что, парень, да еще и сложной семьи. У нас заказан сеанс, согласован сеанс видеосвязи с колонией. Там отбывает срок Мясникова Ульяна Юрьевна. Это биологическая мама Жени. Она лишена родительских прав. Да. Но она-то уж точно знает, от кого она родила ребенка. Так, давайте свяжемся действительно с Ульяной. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте, Ваша честь. Расскажите, пожалуйста, Ульяна, кто является биологическим отцом Евгения? Ваша честь, отцом ребенка является Владимир Щербаков. Я родила Женю, когда мы с Володей прожили 4 года, Ваша честь. Тогда мы жили нормально еще, он не гулял. А потом мы развелись, Ваша честь, и он стал исправно платить алименты. А когда меня посадили, забрал ребенка к себе, Женю, сына нашего. А Володя, я не понимаю, зачем ты устраиваешь это представление? Сын твой, Володя, зачем этот концерт? Ульяна, я не собираюсь воспитывать чужого ребенка, Ваша честь. Я хотел бы пригласить свою жену Яну, она имеет неоспоримые факты о том, Володя, что это не почему мой ты сомневаешься, что Женя твой сын? Ты хочешь избавиться от ответственности, да? Меня потому посадили, я ребенка не решил сбагрить. А теперь я сомневаюсь. Это твой сын, Володя. Нет, ну, это не мой сын. А, ну конечно, новую жену красавицу нашел, да? Зачем тебе бывшая? Это жена Зечка-то, конечно, куда там на туре. Это ну, не чё? Мой сын, и все. Твой сын, Женя. Не мой, ты это алименты сын платил. Ваша честь, я освобожусь, я на УДО буду подавать. 2 года я отбыла уже, Ваша честь. Я ребенка заберу себе, Жень. Я подам в органы опеки и попечительства. Я сына заберу себе. Володя, нельзя это так поступать. Это не мой сын. Это не мой сын. Я не собираюсь ты воспитывать отец, чужого Володя ребенка. Еще сколько повторять. Нельзя это так не мой сын вести. Не мой, это сын. Ваша честь. Честь. Я бы... Пригласить, пожалуйста. Пожалуйста, органы опеки и попечительства. Нет, вообще, до того, как у нас Ульяна Юрьевна попала в места заключения, она проживала вместе с Сигуткиным Геннадием. Он был фактически отчимом
Жене. Угу. Они вели совместное хозяйство, он принимал участие в воспитании ребенка, и у него есть информация о настоящем отце ребенка. Я попрошу его пригласить как нашего свидетеля. Да, Сигуткин Геннадий Борисович, пригласите, пожалуйста. Четырнадцать лет это был ваш сын, которого вы любили, которого вы растили. Вам просто так удобно, понимаете? Вам так удобно. Не, ну как мне удобно? Вам конечно, удобно, вам здравствуйте, удобно. Геннадий, проходите, пожалуйста, вставайте к ответу. Хотя это не мой сын. Вам очень удобно избавиться от мальчишки. Конечно, это удобно. Кто же говорит, что нет? Ну, пожалуйста, да. Геннадий, вот то есть у нас истец оспаривает свое отцовство. Вы, я так понимаю, долгое время жили с Ульяной, да, и занимались воспитанием Жени. И можете суду подтвердить, что истец является его биологическим отцом. Правильно? Ну да, я вообще-то всю жизнь думал, что ребенок от него, поэтому это... Сам даже сын вот его ж не говорил, он показывал мне фотографии его жнего отца, что вот он отец его, и Ульяна сама говорила, что таким козлом... Вот, ну, так, козлом. Хорошо, вы с какого момента Жень воспитывали? Расскажите, я жил с 2010 года, вот. А как бы Ульяна у нас вообще в доме нашем поселилась, ну, где-то с полгода назад, и потом вот я с ней познакомился. А, как бы, ну, с виду она показалась вроде такой приличной, аккуратной женщиной. Вот, ну, в течение этого времени я как бы заметил, что не только я, а многие заметили, что она любительница была выпить. Она сначала выходила на лавочку, гуляла с ребенком, раз с пивасиком сидит, мы раз замечали, два замечали. Я хочу задать вопрос Ульяне Юрьевне. Дайте, пожалуйста, связь с колонией. Ульяна, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что сейчас выйдете скоро по УДО и будете восстанавливать свои родительские права. А вот ваш сожитель утверждает, что вы пили регулярно. Ваша честь, я как на лагерь попала, я передумала многое на самом деле, ваша честь. Я обязательно исправлюсь и... Я и пить-то начала после того, как мы с Володькой развелись. Да, выпивала сильно, было такое, бухала, не буду скрывать. Но, понимаете, алименты Володя всегда платил исправно. А потом в моей жизни появился Гена, сожитель. Стали спать с ним вместе. Я не работала нигде, ваша честь, и спивала все сильнее и сильнее. А потом и колоться начала. Когда с Геной жили вместе, у нас дочка родилась, красивая очень девочка, ваша честь. И когда я дозу приняла, укололась, у меня видения начались. И я решила этого урода сжечь. Но понимаете, ваша честь, вместо него его дома не было. Погибла дочка моя родная, понимаете, ваша честь, моя кровиночка. Умерла, понимаете, ваша честь. Ну, понимаете, ну, ваша честь, я очень раскаиваюсь в том, что случилось, то, что произошло, ваша честь. А Женька пусть у отца живет, пусть у Володьки он живет. Я освобожусь, я обязательно заберу его. Я обязательно заберу Женю. Во, ты слышишь? Нет, Ульяна, это не мой сын. Почему я должен воспитывать чужого ребенка? Ваша честь, давайте пригласим мою супругу. Она имеет неоспоримые факты о том, что это не мой сын. Щербакова Яна, пригласите, пожалуйста. Вот почему вы мне его сейчас удобно? Сразу, это все, ребенок удобно. Пристроен, и все. Понимаете? Это вам удобно избавиться от ребенка? Но почему а мне удобно? Вы не хотите его воспитывать, будучи отцом? Нет. Яна, а скажите, пожалуйста, почему вот вы поддерживаете сейчас исковые требования мужа? Как я поняла, вы вообще его надоумили с таким иском в суд прийти? Мне скрывать нечего, ваша честь. Да, говорите, я с самого начала догадывалась, что это не ребенок моего мужа. Я вообще не понимала, что может быть общего у моего супруга, у приличного человека с этим маленьким маргиналом. С самого начала я была против, чтобы он приводил в дом там этого невозможного ребенка. Понимаете, у нас в Володе растет 8-летняя дочка. Я никак не могла пережить, чтобы у нас в доме появился чужой подросток на грани периода полового созревания. Однако муж меня не послушал, настоял на своем. А когда я его увидела, мне стало жутко, понимаете, это был озлобленный звереныш, нечесанный, с какими-то грязными ногтями обкусанными. У него на каждом слове он матерился. Это просто был кошмар. Ему когда дали поесть, он в тарелку с супом залез руками и вылавливал оттуда картошку. Это было так противно, что меня чуть не вырвало. Говорила мужу, но он устроил скандал.
И я, конечно, тогда решила не лезть. Единственное, что я настояла, чтобы у нас в доме няня появилась, чтобы наша дочка ни одной минуты не находилась одна наедине с этим оборванцем. Вы говорите о оборване. Года... Слушайте, ну у него в конце концов мама в тюрьму попала. А такая трагедия. Причем? Вы здесь ни при чем. Это не основание для того, чтобы вашему мужу внушать, что ребенок не от него, потому что он нечесанный, как вы я сами выражаетесь. Я за два года вообще ничего не увидела никакого контакта с этим ребенком. И надоумили мужа с таким иском в суд обратиться. Мы практически вот органы говорят, он же мог отказаться от воспитания. Да передать ребенка на попечение убрался. Органов опеки. Он же этого не сделал, он же отцовство свое пришел оспаривать. Угу. Послушайте, что ребенок нашему психологу рассказал. Жень, скажи, а ты сейчас живешь у папы, у тебя все хорошо? Да. А я вот смотрела твою социальную карту, когда ты жил с мамой-то, курил, школу пропускал, это правда? А что школа? Что она мне даст? Мы с друзьями время проводили. Ну, друзья у тебя, знаешь, своеобразные. Один сидит по малолетке, остальные все состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. А ты сам несколько раз привлекался, да, за воровство? Это так? Ну, было дело. В те времена жрать так хотелось. Но я брал там, что, хлеб и кефир. Ну, а теперь ты сыт, хорошо одет. Ты сейчас доволен жизнью? Как доволен? Мать жду. Подожди. Скучаю. Подожди, но ты сейчас живешь у папы. У тебя своя отдельная комната, да? Так? Да. Он у тебя гаджет. И современный, что? Модный, последней и... модели. Вы были на курорте, на Средиземном море. Да? Неужели тебя вообще ничего не радует? Мне это нафиг все не нужно. Я мать жду. Я хочу жить с ней. Сестренку жалко, конечно. Ничего себе, он еще недоволен. Ваша честь, да посмотрите, как прекратите он немедленно. Немедленно прекратите. Что вы суду можете рассказать по поводу происхождения ребенка? Да видно же просто невооруженным глазом за километр. Слушайте, посмотрите вы вообще, на вы моего вменяемая, мужа нет? И на этого вы вменяемая? Ребенка. Вы сейчас слышите меня или вы свой голос пришли в суд слушать? Я вам задаю вопрос в четвертый раз. Что вы можете сказать по поводу происхождения ребенка? Я точно кроме знаю, того, что он оборванец. Кто настоящий отец ребенка. Я поэтому сюда и пришла. Да, я вначале уже отчаялась и думала, что этот кошмар проживания с этим вот ненормальным никогда не закончится. Но потом я узнала тайну. Оказывается, у этого невозможного мальчика совершенно другой отец. Его имя Виктор Плесик. Он сам однажды пришел ко мне и рассказал об этом. Он заявил еще, что хочет сам воспитывать своего сына. Почему бы нам не предоставить ему такую возможность? Нам? Это кого-то вам. Кому-то. Это суд предоставляет такую возможность. Ну, да, вот действительно, Плесик говорю. Виктор Васильевич заявляет свои исковые требования, считает себя биологическим отцом Жени. Два иска были объединены в одно исковое производство. Плесика Виктор Васильевич, пригласите, пожалуйста. Вы, женщина, мне вот сейчас показали. А я знаю, я вижу. Нормальный, я вижу, что... чего он причесанный ребенок. Похож такой он малолетний преступник. Он же осужден был. А мы здесь при чем? Посмотрите, причем просто, здесь вот моя вообще семья? Нет вообще никакого сходства. Ну, что, хоть моя должно дочь быть, должна страдать вообще. Из-за вы того, вы здесь ни при чем точно. Посадили. Совсем ни при чем. Причем вас муж. А на меня является его отцом. Я не крайнюю еще. Вот именно, что я ни при чем. Дурдом. Пожалуйста, Виктор, почему вы себя считаете биологическим отцом? Евгения, почему только сейчас обратились в суд с таким иском? Добрый день, Ваша честь. Дело в том, что у меня с Ульяной были интимные отношения. Летом 2004 года я работал в автосервисе. Ульяна приезжала ремонтировать к нам автомобиль. Так мы познакомились, и у нас завязались отношения. Как-то раз она приехала очень расстроенная, и пока я ремонтировал машину, поделилась тем, что у нее с мужем сейчас очень плохие отношения. В общем, он загулял, она его застукала, и все очень плохо. Ну и как-то вышло, что тот вечер мы провели вместе, ну и, в общем, переспали с ней. Потом еще было несколько встреч. Ну а потом она сказала, что у них все наладилось, они помирились, и больше мы встречаться не будем. Ну, я сильно не настаивал, отпустил ее. А через год случайно встретил уже с коляской. Я еще тогда подошел, попросил встретиться, но она отказала, сказала, что ничего не хочет вспоминать. И все в прошлом, ей это не нужно. Вот, больше мы не виделись. В 2009 году я уехал на север по контракту на 10 лет. Вот сейчас недавно вернулся, начал налаживать жизнь, вспомнил про Ульяну. Навел справки, узнал, что она сидит.
Мне рассказали ее историю, что да как. Узнал, что ее старший сын Женька сейчас с бывшим мужем. Ну а когда узнал дату рождения Женьки, то сразу понял, что он может быть моим сыном. Ведь по срокам все абсолютно сходится. Дайте, пожалуйста, связь с колонией. Сюда вопрос к Ульяне. Ульяна, вот здесь у нас истец Виктор Плесик. Он считает себя биологическим отцом Жени. Что вы можете по этому поводу сказать? Чушь, я не знаю этого человека. Вы с ним не знакомы? Нет, ваша честь, я его не знаю. Я? Ну, что, получается, что это мой сын? Ты же видела, как вот он там рыдает. Зачем вообще я тебя послушала, я не пойму. Вот на этот вот... Все, и вообще закрываем этот балаган, давайте, я отец ребенка, и все. Зачем это надо все? Да мой, были проведены две генетические экспертизы. Пришло время ознакомиться с их результатами. Зачем вообще тебя слушал? Принесите, пожалуйста, конверты. Ты просто не приглядываешься. Вон, посмотри, нормальный мальчишка. Не знаю, я... Закрывать надо, уходить отсюда это все дело. Оглашаются результаты генетической экспертизы Щербакова Владимира Яковлевича. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Щербакова Владимира Яковлевича и Щербакова Евгения Владимировича. По результатам настоящей экспертизы Щербаков Владимир Яковлевич не является биологическим отцом Щербакова Евгения Владимировича. А кто ж тогда вообще отец? Ха-ха, я тебе говорила. Говорила, если бы ты сразу меня послушал, мы бы с ним целых 2 года не промучились. Ладно, перестань. Перестань. Кто ж тогда вообще отец? У этой женщины столько было любовников. Она раньше красивая была, поэтому не исключено. Оглашаются результаты генетической экспертизы Плесика Виктора Васильевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Плесика Виктора Васильевича и Щербакова Евгения Владимировича. По результатам настоящей экспертизы Плесик Виктор Васильевич не является биологическим отцом Щербакова Евгения Владимировича. О, да кто же тогда отец этого ребенка приблудного? Никакой он не приблудыш. Жаль, я что не мой, конечно. Как так вообще? Я уж размечтался, что у меня ничего сын взрослый. Ничего себе, женушка, думал, у тебя. Я хотела бы установить связь с колонией и задать вопросы Ульяне. Просто. Ульяна, ни ваш законный супруг, ни Виктор не имеют никакого отношения к Евгению. Поясните, пожалуйста, суду, кто является его биологическим отцом? Я не скажу. Она даже сама не знает. Я не скажу, ваша честь. Ну, Ульяна, конечно, это вообще не в ваших интересах, ну, совсем. Потому что если вы сейчас не скажете, кто отец ребенка, хотя бы предполагаю, мы будем вынуждены забрать мальчишку в детский дом. А если вы нам назовете отца, и он жив, и мы можем как-то с ними связаться, да я знаю, почему, мы пообщаемся с ним, и, может быть, он заберет мальчика. Очень интересно, пожалуйста, скажите суду, почему она молчит? Ну, хороший мальчишка, жалко его в детский дом-то отдавать. Я скажу, что знаю. Я ведь с Ульяной не в автосервисе познакомился. Я ее тогда от насильника спас. От насильника? От насильника в парке. Отбил ее. Как раз в июле 2004-го. Ну, видимо, этот ушлепок успел сделать свое черное дело. Сволочь. Ваша честь, я все расскажу, ваша честь. Действительно, отец моего ребенка, это Геннадий Сиготкин. Вот так. Кто, ваш сожитель, которого вы пытались сжечь? Да, ваша честь. И Виктор Плесик спас меня от этого урода. Мы с Владимиром Щербаком, когда женаты были вместе, ваша честь, поругались очень сильно. И он с друзьями пить в клуб поехал, а меня бросил одну на улице, типа, иди куда хочешь. Я и пошла одна через парк, вся грустная, заплаканная, ваша честь. И этот козел на меня сзади напал, изнасиловал. Душить стал. Ну, тут, видите, появился по голове его, а огрел сзади и к себе увез. А в полицию я не обращалась, ваша честь. Потому что испугалась. Я... Гена меня стал шантажировать. Потому что если муж узнал бы, что меня изнасиловали, он бы меня бросил. Он, правда, и так меня бросил. Ну, хоть элемент платил исправно. Я не очень понимаю, как же потом Геннадий вашим сожителем-то стал?
Ваша честь, понимаете, сказала, что после сын, да? очередной пьянки я и не помнила, как Гена в моей постели оказался. Кошмар. Мы спали, пили с ним вместе, да, чего уж скрывать, выпивали. Я опускалась все ниже и ниже, ваша честь. Вот, он бить меня стал, меня, Женечку, сына родного, измывался как мог, ваша честь. И постоянно угрожал мне, ваша честь, он сказал... Это скотина, этот урод сказал, что если я откажусь с ним спать и жить, и не дам ему на бутылку, то он пойдет к Владимиру и скажет, что это не его сын. И Вова тогда не будет платить алименты, как скотина, урод, я тебя ненавижу, я ненавижу тебя. Вова изрядно платит. И, ваша честь, и выпила, перепила, решила сжечь этого козла, наказать. А в итоге, ваша честь, погибла дочка моя единородная. Ваша честь, я ненавижу этого урода. Ваша честь, но я искренне раскаиваюсь в том, что произошло. Ваша честь, пожалуйста. Не отдавайте Женьку, сыну моему, этому козлу, ваша честь. Мамой клянусь, пожалуйста, не отдавайте. Пусть лучше в детский дом идет. Что, пожил парнишка 2 года в хорошей, приличной семье? Спасибо вам, люди добрые. Благодарна вам очень, ваша честь. А теперь, ну, пусть хотя бы в детский дом, в приют идет. Ваша честь, мы вообще первый раз эту информацию получаем. У нас не было такой информации. Ну, конечно, мы сейчас будем подавать иск на определение отцовства Сигуткина. Он будет платить алименты на ребенка, если он его отец. Ребенок будет в социальном учреждении или под опекой, там как получится. А мы будем разбираться, действительно это все такая вот информация, что он и насильник, и преступник, и все что угодно. Ага. Она сама себя вела. Ага. Это должны быть какие-то это подтверждения. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех согласиться. 14 лет алименты. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства удовлетворить, аннулировать запись об отцовстве истца Щербакова Владимира Яковлевича в отношении ребенка в записи акта о рождении. В иске об установлении отцовства истца Плесика Виктора Васильевича отказать. Суд аннулирует запись об отцовстве Щербакова Владимира Яковлевича, потому что его утверждение, что он не является биологическим отцом мальчика, подтверждается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд не устанавливает отцовство истца Плесика Виктора Васильевича, потому что его утверждение, что он является биологическим отцом мальчика, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Оглашается частное определение суда. В ходе данного судебного разбирательства в действиях свидетеля ответчик обнаруживаются признаки преступления, предусмотренные статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изнасилование». Поэтому суд на основании части 3 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации информирует об этом правоохранительные органы для вынесения процессуального решения. Вот судебное состояние закрыто. Хорошо, что ты меня просто уговорила. Будем разбираться, вам вообще перед чем заняться. Правоохранительные органы. Заседание закрыто, прошу покинуть зал суда. А то просто, понимаешь, я же говорил вам, говорил.